Всем привет, с вами Психиатр. Мы продолжаем играть в GTA San Andreas. Так, ну я тут убил пару человек, в том числе копа, чтобы спиздить машину. Машину медика. Вот, сейчас нам нужно звездочку. Звездочку от себя убрать. И я думаю, мы начнем сегодня выполнение миссии. Миссии медика, да. Вот, потому что, как я уже говорил, миссии эти нужно выполнять потихонечку. Блять, а чё, музыки нету, да? Вот зараза. Мне сейчас звезду бы скинуть. Мне бы сейчас скинуть звезду было бы вообще офигенно, если честно. Где-то тут, по-моему, в этом райончике было. Была возможность сбросить звезду. Только я ее потерял. Потому что вы начинаете миссию медика со звездочкой. Но это вы сами понимаете, это вообще нехорошо. О, отлично, сама слетела. Короче, я нажимаю двойку, поехали. Аккуратно доставив пациента в госпиталь. Хорошо. У меня время какое-то? Да, уровень первый. А, всего 12 уровней. Если я все правильно понял. Миссии медика. Музыки никакой не будет, потому что радиостанции здесь не переключаются, к сожалению. Так, ментяра почему-то от меня не разъезжается. Вот, выполнять их нужно именно на этой тачке, без перерывов. Блять, а чё, как далеко-то? Охуеть. Ездить нужно аккуратно, я хотел сказать, нужно ездить. Блять, вот, вот стояли тачки нормальные, а я, блять, Васечка Пупочкин, нашел свой способ. Ну ладно, ничего страшного. Ну ты чё, ёпта? Пациент спасен, ага. Ну я просто не знал, где тут на самом деле эта больница. Поэтому вот так вот пришлось. Так, плюс 15 секунд, чё, как мало. Короче, здесь нужно действовать... Блядь, прям аккуратно хотел сказать. Никуда не врезаться, потому что у нас... тачку мы, скорее всего, починить не сможем. Во-первых, времени не хватит. Во-вторых, я не уверен, что их можно чинить здесь во время этого задания. Я вообще не уверен, что эту тачку можно где-то починить. В принципе. Хотя, может, и можно, кто его знает. Стрей, садись. А, времени, я не пойму, здесь как-то оно... Время как-то обнуляется или нет? Плюс 17 секунд не рисуют, но... Времени что-то прям мало дают, слушайте. Чувствую, башка у нас сегодня поедет от этой музыки прекрасной. Я бы мог, конечно, выключить сигналку, но тогда... Тогда бы эти не разъезжались, тачки от меня. А это все-таки приятно. Блять, ну ты чё, сука? Вставай быстрее, курица крашеная. Ты, блядь, залезть не может еще. Времени, честно говоря, что-то мало дают, потому что у меня всего минута в запасе сейчас. Блять, да почему вы не высаживаетесь, ты придурки? Все вылезли. Вроде как да. Сай... Ёбаный свет, бабуль, давай быстрее, сука, шевели пяткой. Ты, блядь, не одна здесь так-то. 15 секунд, серьезно? За бабку плюс 15 секунд? За бабку мне должны были полминуты дать. Как минимум. Она еле, сука, бежала. Давай, заходи, дурень. Очень-очень мало времени дают, пацаны, я должен заметить. Очень мало, это пока что только четвертая миссия. А у меня уже времени не хватает. Мне дали всего одну минуту. То есть у меня сейчас всего одна минута в запасе. Сука! Давай быстрее, дрянь! Еще 15. В смысле переполнено?
Блять. Ай. Действительно, ай. Так, то, что я их потом давлю, надеюсь, похуй. Ну, вроде как да. Садись быстрее, мужик. Блять, конечно, на этом бобике кататься. То еще занятие. Не могли подъезд какой-то нормальный сделать? Он как-то плохо срабатывает. О, $700. Так, то есть я могу одновременно посадить всего 3 человек в скорую. То, кстати, очень мало. Там, блядь, места дохуя на самом деле. Почему только 3? Я не совсем понимаю. То есть желательно бы, конечно, маршрут себе выбирать. То есть вот за теми двумя, хотя... Да нет. Я сейчас вот этого подберу, который здесь рядом с больницей был. Хотя как рядом, блядь? Нихуя не рядом тоже. Ехать куда-то надо с ним. Блядь, чё, как времени? Серьезно, времени прям мало. Времени нету. Дают прям какие-то... Ну что это такое? Какие 15 секунд, блядь? 16 секунд. Ну охуеть, не стать. У меня уже меньше минуты. Я, ебать, вроде неплохо вожу, но... Этого мало. Заткнись нахуй. Высаживайтесь, алло! Еще придурки-то, а? Уйди с дороги. Ну что это такое? 54 секунды у меня. Время вообще никак не накапливается, то есть тут. Это прям очень плохо. О, 28, еще куда ни шло. Блять, да где нахуй? Ты еще дальше не могла залезть, курица. Я, блядь, нихуя не вижу. Ебанашка-то. Так, еще 28. Ну, блядь, в целом-то у меня минута. Минута 15 там была. А мне их еще довести надо. Это пиздец, это очень мало дают. Я вообще не согласен с этой миссией. Блять, одного спа... Ебачу, как народу-то много стало резко вдруг. Так, сейчас вот за той съездим, за дальней. Села там, дура. Ага, 15 секунд. Сейчас вот сюда вот доедем. Где здесь? Блять, ну ты забралась. Садись быстрее. 39 секунд. Да вы что, ебанутые? Этого не хватает. 38 секунд. Ну, пиздец. А еще меньше нельзя было давать? Спокойно. Эскейп-карта. Тут надо уже как-то вот так вот действовать, потому что... Блять. Ну вот как мне сюда заезжать? Как мне вот сюда заезжать на этот стадион? Или где там? Блять, главное Е случайно не тыкнуть, серьезно. Куда ты нахуй? Видишь, скорая, блять, едет. Ладно, похуй, остановил. Этого потом возьмем. Последним. Садись быстрее. Раз. Сюда, блядь, как заехать мне? Ну охуенно, блядь! Сука, и как я сюда заезжать должен? Чё за говнище?
Блять, если мне за это сейчас минуту не накинут, это пиздос. Ты ебанись, мужик, ты еще дальше не мог залезть. Придурок. 45! Ты дурак, какие 45 секунд? Спокойно, карту быстро мне. Вот этого надо взять. Ебанаты. Это жопа, ебать. Это жопа, просто жопа, нахуй. Это невозможно успеть. Вы чё? Я не понимаю, почему так мало времени мне дают. Мне кажется, в Vice City это как-то все проще, что ли, было. Там, по-моему, и народу-то влезало чуть ли не 6, что ли, человек в эту тачку. Или мне кажется, конечно же. Садись, дура. Садись, придурочная! Куда ты, блядь, бежишь, ебанушка? 35 секунд. Ну это пиздец. Это пиздец. Это можно сейчас все проебать, конечно же. 100%, блядь. Еще один остался, одиночный. Уй. Че, время даже не накинули? В смысле? А почему времени-то больше мне не дали? Че за бред? Ёбаный в рот. Тут... Это не... Чуть, блядь, не задавил мне пациента, придурок. Это невозможно успеть. Тут каждый раз времени все меньше и меньше у меня остается на пациентов, ёпты. А почему так мало-то? Почему так мало времени? Серьезно, я не понимаю этого. 1800, спокойно, карту сразу. Ёпты, долбоебы, вы куда, сука, заехали, придурки? Охуеть, как далеко. Так, сначала этого... Тут уже маршрут надо выстраивать, серьезно вам говорю. Тут, блядь, без маршрута хуй разберешься. Надо как-то по пути собирать. Иначе все очень плохо будет. Так, 28 секунд. Нормально. За этого еще столько же дадут. Садись назад, еблан! Да они еще время, конечно, не тянут. 38, хорошо. Теперь желательно бы сюда, конечно, доехать как-то. Как-то, блядь. Как туда доехать, хуй его знает. Ладно, попробуем. Ёбаный, блядь, где? Ты дурак, что ли? Ты куда нахуй залез, дебил, кусок? Охуеть! Давай еще, блядь, в прорубь, сука, запрыгни. Это пиздец. Ты еще дальше, сука, не мог запрыгнуть? 40 секунд, ладно. Ладно, шоколадно, блядь. Этого очень мало на самом деле. Все, у меня тачка переполнена, я еду обратно. Это пиздосий. Тут прям вся миссия меня в таком напряге жестком держит, я не знаю. Давай быстрее. Так, escape карта. Планы, планы, планы. Строим планы. Значит, вот этого. Раз. Блять, я даже не знаю, как лучше. Ладно, сначала этого возьмем, потом этого. Потом, может, как-то назад, и потом тех двоих. Не знаю, как лучше. У меня все высадились-то. Тут знаю я, блядь. И это ведь только 7-й уровень. Это... Нет, мы половину, конечно, сделали, но там ебать дальше. Чем дальше, тем сложнее. То есть клиентов-то больше будет с каждым разом. На последнем уровне, я так понимаю, 12 их будет.
То есть каждый уровень плюс один клиент мне добавляют. То есть, когда у меня будет 12 уровень, у меня будет 12 клиентов уже. И это уже вообще не весело. Проблема в том, что тут бонус, получается, дают только когда ты первый раз доезжаешь до больницы. А потом, блядь, ебись как хочешь, называется. Уйди с дороги, придурок! Ты, блядь, слышишь, сигналка, сука, работает. Какого хуя он встает мне на пути? Еще, сука, замутни работают здесь. Не работают, блядь, а просто нахуй существуют. Работаю тут только я. Видишь, бонусы не дали за то, что я сейчас двоих довез. То есть, блядь, бонус дают только когда первый раз доводишь. То есть сейчас будет все сложнее и сложнее, сложнее и сложнее. А мне времени уже не хватает, как бы. Да они еще так, блядь, все разбросаны. 34 секунды. Ладно, 2 минуты пока что в запасе, но этого мало, ребята. Еще бы эти придурки, сука, нормально садились, сразу не врезались, мозги мне не ебали. Было бы вообще хорошо. Куда ты едешь, блядь? Навык водителя. Навык водителя хорошо. Главное, скорую себе не разъебать, не проебать, потому что, ну, еще очень много развозить нам. Так, спокойно, эскейп-карт сразу. Ай, сколько здесь? Ебать, как далеко! Опять, сука, ебучий стадион, а вот здесь еще охуеть! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Подожди-ка. Восемь. Восемь человек. Ебанись, как далеко они все расположены в этот раз. Но вот этих, допустим, троих можно сразу взять. Вот этих троих. Вот тут как-то все это объехать. Заехать потом. Вот. Раз, два, три этих, и потом вот этих двух, они тут поближе. Ладно. То есть сначала едем сюда, потом сюда. Как-то, блядь, сюда я вообще не понимаю, как заезжать. Это охуеть. И времени вообще не дали. Пиздец. Времени вообще не накинули. За то, что я сейчас такую кучу народу довез. Это очень плохо, ребята. Это очень плохо, это очень жестко. Этого очень мало. Так, тут я помню, как заезжать, в принципе. Еще бы это говно заехало, конечно. Где он там, ага? На том же месте, сука, стоит собака. Да ты, блядь, я тебя уже спасал, еблан! Ай, ну конечно, спокойно. Как сюда, блядь, попасть, я вообще не ебу. Чё это за место там вообще какое-то? Пустошь, блядь, начинается. Чё это такое? Блядь, менты еще, конечно. Вот вообще не вовремя. Блядь, чувак, давай быстрее. Все, менты отстали. Садись быстрее, дурень! Еще, блядь, с ментами здесь. Я вообще с ума сошел. Спокойно, эскейп-карта. Теперь ты.
Да, без моих меток ты вообще фиг разберешься на самом деле. Куда и за кем ехать надо. Без маршрутов это был бы пиздец. Уйди с дороги, мудак. Всякие козвоебы, сука, встают прямо на пути. Назад беги. Так, все, свободных мест ноль. Вот сука, тварь ебучая, встала прямо на этом. На проезде. Пришлось столб сбивать. Блять, почему так места мало? Ну могли бы он. Вот. Могли бы грузовик какой-нибудь взять, чтобы я сразу всех загружал. Мне бы полегче было чуть-чуть. Охуеть далеко, да? Спокойно, мужик, сейчас доеду на тебя. Минуту 35, пиздец. Да извините, ну! Вы, блядь, хули тут менты-то все встали, ебланы. Придурки еще те. Так, тут раз, два, три вот этих. Я хотел. Блядь, да отъебись! Чё делаешь-то, ебанутый, что ли? Алло, блядь! Козёл, сука! Ты нахуй, блядь, стреляешь! Садись быстрее, мужик, быстрее, быстрее, быстрее! Красава, спокойно! Вот этот. Блядь, чиниться здесь некогда. Можно звезду-то с меня скинуть, ну чё за пиздец происходит, ну блядь! Стри нахуй. Спокойно, карта там, по-моему, уже бежал кто-то за мной. Какая-то сволочь уже бежала, скотина. А, тварь. Спасибо. Спасибо, скинули нахуй. Вот the hell, я тебе дам, блядь, вот the hell. Видишь, я больных, сука, везу. What the hell. Пиздец, ну и как тут звездочку это собирать? Вы серьезно? Так, мужик, красава, мужик присел. Это пиздец далеко мы уехали. Это мы к моему кузину приехали. Правда, и времени 3 минуты мне сейчас дают. С половиной, но этого мало. Этого мало, я пиздец далеко забрался сейчас. Это жопа. Еще, блядь, с ментами этими ебаными. Которые мозги-то, сука, делают. Ну, блядь, ну, конечно, на таком этом бобике... Ай. Чуть не вписался. Это ж хуй выполнишь все это дело. Хуй доедешь, хуй просышь. Тут, блядь, постоянно народ тусуется. Че за люди, сука, придурки какие-то. А ничего, блядь, не вещь, что я тут задание выполняю, как бы людей довожу, спасаю. Они, блядь, прямо на подъезде в меня встают. Ну что за мрази? Это ж надо быть такой сволочью. Это просто называется быть сволочью. Я считаю, это вообще ни разу неправильно так делать. Они, блядь, ничем мне помочь не могут. Они мне только ебут мозги и мешают. Я, блядь, их сбиваю, это не потому, что этот... Я такой одних спасаю, других, блядь, давлю. Они, блядь, стоят на подъезде, куда подъезжает скорая. Это ненормально там стоять, блядь. И кто право-то дал там останавливать свою жопу, сука, жирную? Ты, блядь, надо было как-то это разграничивать, ну, чтобы люди там не ходили, как-то все это оградить, специальный подъезд, блядь, сделать. Это что, блядь, за дела такие, нахуй? Это пиздец.
Это неправильно. Тихо, нахуй. У меня время, блядь, заканчивается. 2,5 минуты. За этого сейчас нихуя не дадут. Смотри, 15 секунд. 16, но я почти угадал. Потому что он, блядь, тут близко стоит. Сейчас я их довезу, тоже времени ведь не дадут. Зараза. А почему? А тут время, что ли, сбивается каждый раз? У меня сейчас забрали 40 секунд, я прям видел. Ёптать! А какого хуя? Ёбаный свет, опять там, блядь. Опять туда, ёпта, 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 ёпта. Так, ну вот этих троих можно взять для начала. Потом... Потом я вот не знаю. Потом вот раз... Блять. Их надо как-то в кучку. Вот раз, два, три, потом раз, два, три получается. Ну я... Хз. Ушел, блядь. Так, это какой 9-й у нас уровень? Блядь, это только 9-й уровень идет. Это очень мало. Так, дальше. Сюда оставлю. Хорошо. Маршрут, маршрут. Грамотно построенный маршрут нас спасет в этой игре. Ну, блядь, то, что время забирают, это нечестно. Ебать, чуть мента, сука, не сбил. Откуда он там взялся? Блядь, ну ты нахуй придурок, что ли? Ты посмотри, все забором, сука, колотили. Ебланы, нахуй. Нахуй вы, блядь, с одной стороны забор ставите. С одной, блядь. А с другой нет. Чтоб я вообще сюда заехать не смог, надо было делать. Сейчас все проебем. Спокойно, карта. Что-то с временем, конечно, я не понял, что, блядь, сделал. Почему у меня украли мои законные минуты, которые я, блядь, накатывал. Ну я красава, ёптыть. Мимо проехал. Я что-то думал, дальше поворот. Где ты тут? Сука, давай быстрее. Красава. Минута 45, блядь. Мало, мало, мало. Мало, там очень далеко сейчас ехать придется. Очень далеко. Это все очень нехорошо. Народ бы вот здесь поменьше всегда ошивалось. Я бы прям спасибо сказал разработчикам. Так, карта. Карта, карта, карта. Та-та-та-та-та-та-та-та. Так, ну получается вот этого еблана. Потом вот этого. Потом вот этого, наверное, как-то. Как-нибудь, хуй его знает как, блять. Ладно, поехали. Так, 2,5 минуты сейчас. Ладно, пока живем. Сюда еще, блядь, заезжать сейчас придется. А, ну тут нормально, я что-то перепутал это место. Садись быстрее. Спокойно, 45 секунд, есть. Теперь вот этого. Хорош. Тут за этих должны по всех... За каждого по 45 секунд сейчас накидать, по идее. Блять, а больше 45 секунд вообще, получается, не дают. То есть это максимум. Еще 45. Блять, теперь вот сюда надо как-то доехать.
Придется вот так вот ехать. А что я могу поделать? Блять, хуй проедешь сюда, серьезно. Ладно, нормально. Главное еще этого пациента, сука, не задавить. Потому что я помню, в Вайсити это прям... Так, а чё я? Едем. Я думаю, я нормально проеду. Сука! Козел, блядь! Твари ебаные встали прям на этом. Так, все, последняя троечка осталась. Ну их тоже, блядь, нужно правильно собрать. Сначала вот этого возьмем. Потом, наверное, вот этого возьмем. Две двадцать, блядь. Ай. Надо поменьше врезаться, не дымиться там еще. Ты, блядь, сука, заебал заходить. Ты бы еще, сука, в отель зашел и там бы меня ждал. Садись, придурочный. Сюда, блядь, хуй заедешь. Скип, карта. Так, вот этого я хотел. Че, ебанутый, что ли? Че делаете-то, сука? Пиздец. Уйди с дороги, сука, мудак! Блять, встал прям передо мной, тварь ебаная. Ты посмотри, что творит. Козлина. Уйди с дороги, придурочный! Тут, блядь, сука, опасная работа. Он, блядь, встал, сука. Прям на дороге. Я, блядь, не знаю, как я полицейского буду выполнять. Это жопа, мне кажется, будет. По-моему, полицейский самый сложный в этой... Ну, во всех этих миссиях. Ну, новые я не знаю, но в Vice City, по-моему, полицейский мне всех сложнее давался. Как тут, я не знаю, но мне кажется, тут по такому же принципу. Я уж не помню, какие там, блядь, эти. А, там, по-моему, знаешь, в чем проблема была? В том, что копы за тобой тоже начинают гоняться, если ты там этот. Ну, то есть, и тоже звездочки могут дать. То есть, я, блядь, давлю людей, стреляю, задерживаю их, а копы, блядь, этот. На меня же и быкуют в итоге. Охуеть, ебать народу, сука, 10 человек, да? Так, это за 3 заезда в любом случае не получится. Вот тут вот раз, два, три. Потом раз, два, три. Раз, два, три и один. Блять, один. Ни одного бы желательно вот этого оставить. Блять, а как же мне маршрут нарисовать? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три и один. Ну, поехали, попробуем вот так вот. Так, минут 50 у меня опять. Мало, мало, мало. Мало времени мне дают. Очень мало времени. Менты!
Блять, как сюда заехать? Хуй его знает. Вот так вот сюда заехать. Спокойно, скорая приехала. Садись быстрей. Садись, придурок. Сюда потом поедем. Отлично. 45 секунд. Так, за каждого, по идее, сейчас должны по 45 секунд надбавить мне. Потому что они тут все где-то вдалеке. В принципе, нормально. Так, это нам еще, получается, 3 уровня выполнить. Включая вот этот, да? Ну, то есть 10, 11, 12 остается. Ну, блядь, там по 11 человек, дальше по 12 будет. Это ж пиздос. Так, карта, сюда потом едем. Пять секунд еще дали, отлично. Что-то, блять, мало времени-то у нас. Там 45, тут 45, а времени что-то... В общем, счетчики больше не становятся. То есть эти 45 секунд как-то у нас уху... А, вот, блять, вот такая перекраска нужна была. А я, блять, заехал какой-то гаечный ключ. Так, машины переполнены, замечательно. Не дымится там. Главное, чтобы не дымилось. Переполнено-то ладно. Она, блядь, если у меня задымится, я нахуй с ума сойду. Заново все это выполнять. Потому что насчет подчиниться я не уверен. Ничего не знаю. Сейчас, блядь, хотя бы дверей нету. Они хоть залезают побыстрее вроде бы. Но одной двери нету, ладно. Блять, постоянно, сука, коп, сука, ошивается рядом с этим местечком. Какой гандон, а? Это ж надо так, сволочь. Так, потом я как хотел вот этих троих, блять. Да куда ты ставишь-то? Вечно тут ходит, вечно, блять, на мотоциклетке, сука, ездит. Какой-нибудь коп засранный. Это ж пиздос. Ты посмотри, с каждым этим ходит. Я куда, блядь, не поеду, везде он. Ну так хочешь, чтобы я его сбил и звезды мне, сука, накинуть, которые потом фиг сбросишь. Это я, блядь, чувствую. Чувствую подставу. Подстава, сука, чувствуется. А то подставу не ведусь. Еду, все нормально, по встречкам. Нахуй, блядь, разъедьтесь, придурки. О, даже автобус, сука. Так, сюда где? Ага, вижу. Заходи быстрее. Спокойно, карта. Блять, вот сюда придется сейчас ехать. А что поделать? Ничего поделать не могу. Блять, не застревай, пожалуйста, спасибо. Только не застревай. Ага, охуенно. Блять! Как сюда заехать-то по-нормальному? Вот придурок, а. Не мог, блядь, ниже спуститься, что ли? Козёл.
Да хуй заедешь на этот мост. Блять, с другой стороны, кстати, можно было. Ну ладно, уже похуй. Так, машины переполнены, все нормально. Все идет по плану. У нас 3:40, кстати, по времени, это очень хорошо. Правда, его сейчас обнулят, когда мы всех пациентов довезем, но это здорово. Что время есть. То есть, мне кажется, тут, по-моему, знаете, как реализовано? Если у тебя остается больше времени, у тебя его забирают. А если остается мало времени, тебе его нихуя не добавляют. Вот что прикол. То есть, вы поняли, да? Просто тупо сделано, чтобы тебе слишком легко не было. А если остается слишком мало времени, нихуй тебе кто поможет. Вот это на самом деле плохо. Блять, как далеко. Ехать-то мне до моей этой. Больнички. Прям беда. Так, спокойно, карта. Про этого одного я помню. Так, мне, наверное... Даже не знаю, как лучше-то. Ладно, давайте сначала вот сюда, сюда, потом сюда и как-то вот здесь вот так вот. А почему время 2:40 мне осталось? У меня вроде больше было или нет? Или мне кажется? У меня вроде что-то там больше 3 минут сейчас было. Куда все делось-то? Пиздец, улетает просто нахуй на глазах. Нахуй я сюда заехал сейчас? Нахуй я сюда сейчас заехал? Я, блядь, сам не знаю, ладно. Блядь, легких путей не ищем. Едем какими-то ебанутыми дорогами. Ладно, все равно сюда. А, сюда хуй заедешь по-другому. Блядь! Тварь ты ебаная, слышишь ты? Мудила нахуй. Садись быстрее, курица. Чуть, блядь, не сбил мне чувака. Чувиху. Съебались все быстро. Сел. Красава. Ёбаный в рот! Как сюда заехать? Блять, вот ты мудак, а? Вот ты мудень, ну ты просто козел, сука! Ты еще, блядь... Где он тут? Какие-то склады, блядь! Ебеня, блядь, меня какие-то заводят. Псы, блять, а. Вот мудень, а. Так, последний остается пациент. На этом уровне это хорошо. Остается две миссии остается у нас. То есть еще... Блядь, еще 24 пациента, ёпты. Thanks, homie. Нормально там не разваливаешься еще, сволочь. Секунд, ну охуеть. Ты бы еще 5 мне дал. Куда ж мне так много? Так, спокойно. Обновили. Сейчас у нас 11 человек, то есть надо рассчитывать.
Так, вот тут двое, это хорошо. Тут четверо, это не очень хорошо, кстати говоря. Так, давайте смотреть. Ну, тут я вижу раз, два. Во-первых, надо всех найти. Раз, два, три, четыре, пять. 9, 11. Все, всех нашли. Значит, раз, два. Допустим, три. Допустим, три. Бляха. Допустим, три. Потом раз, два. Допустим, тоже три. Потом раз, два, три, потом раз, два. Как-то так, что ли, не знаю. Ой, беда, беда. Блять, или как лучше-то? Или может быть вот этих двух, потом вот этих. Да ху... Ладно, поехали пока что сюда. Там посмотрим. Минут 50 у нас. 5000 баксов дали. С дороги, блядь! С дороги ушел! Козел. Сел быстро. 20 секунд, блядь. Мало, 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 мало дают. Три, садись. 35, хорошо, спокойно. Ты. Блять, там местечко такое, что такое, до хуй доедешь на самом деле. Там с этими мостами. Тихо. Конечно, не совсем по пути как-то получилось. Где этот хуй? А, вот он. Фу, чуть, блядь, не переехал. Ёбана! Вот это сейчас весело было, вот это сейчас опасно, пиздос. Это сейчас жестко. Спокойно, эскейп-карта, быстро. Move your body. Sex your body. Блять, жалко, я четырех не могу взять. Взял бы сначала двух, а потом четырех, было бы вообще неплохо. Главное, случайно мне сейчас какое-нибудь говно не нажать, типа выхода из машины или еще чего-нибудь такого. Потому что это пиздец будет. Это просто все, это можно вешаться идти. И до свидания. Это, блядь, получится, что все, блядь, зря. То есть миссия с этим, с таксистом, она, конечно, такую фигню простила, а тут никто прощать такого не будет. Это я вам 100% заявляю. Тут, блядь, похуй, сколько ты этих доставил пациентов. Если я миссию прервал, то все. Садись, дурень. Так, теперь вот здесь вот надо как-то разобраться, как-то понять, какого дурачка нам отсюда забрать. Бляха.
Ладно, вот этого самого сложного возьму. Вот-а. Еду я вот-а. Не мешайте, блядь, нахуй. И 40, кстати, по времени неплохо, пока идем. Спокойно, мужик, я за тобой уже выехал практически. Сюда, блядь, надо как-то понять, как сюда заезжать, вообще ничего не понимаю. Ага, вот он, отлично, нашелся. Так, отлично, едем назад, все. Тачка переполнена, 4 минуты у меня есть. Ну, слушайте, грамотно все делаем, время даже копится. Правда, его потом обнуляют, но похуй. По крайней мере, на этом уровне у нас 4 минуты есть. Тачку, самое главное, тачку не разъебать, пацаны. Нам осталось 2 уровня докататься. Не так много пациентов. Тачку надо беречь. Я потому что не знаю, сколько ей осталось. Мы довольно давно на ней ездим. Как довольно давно, блять, очень давно. Всю миссию мы на ней ездим. Всю серию. Сколько там, 50 минут, охуеть. Спокойно, блять, не шуми. Теперь тех троих надо как-то забрать. Что мне там звезды не дали случаем? Какими-то странными путями я поехал, ну ладно. Пофигу. Жалко, конечно, не дают еще времени, когда довозишь пациента. Было бы круто. Так, ну охуенно. И как мне заезжать, сука? На эти мосты ебучие. Да ебана. Понастроит, блять, хуй знает чё. Так, ладно, почему-то ты первым оказался, чувак. Я немножко не к тебе ехал, но ты тоже садись. Ничего, нормально. Успеваем, ёпта. Успеваем, ёптыщ. Ёптыщ, дыщ. Ага, нашел. Так, машины переполнены, замечательно. 3.40 есть, отлично. Четырнадцать пациентов остается нам забрать. И это прям уже совсем копейки. Блять, серия, я думал, на самом деле мы сегодня что-нибудь побольше успеем. То есть я думал, минут 30 это займет, наверное. Вот эта миссия. Тут получается по часу. По часу на каждое такое задание. И тут даже, наверное, больше, чем часто выйдет. Ну вот с этим, с медиком, я имею в виду. Потому что у нас еще один уровень остается, а там 12 человек. Да и этот еще не закончен, если уж на то пошло. Выходите. Shit. Shit your body. Move your body. Блять, придурки, сука, звезд не дали, не дали.
Блять, опять проголодался. Да что ж ты, сука, голодная скотина такая. Здесь вечно мне под конец миссии мозги начинает ебать. Ну и пожри там что-нибудь. Купи себе батончиков, что ли, я не знаю. Надо как-то свою эту прожорливость держать в порядке, я не знаю, ну. Красавцы, вы что, тут вместе встали? Молодчики, за каждого по 45 секунд накинули. Это хорошо. Move your body. Блять. Не дымись, не дымись. 12 человек только осталось развести. Охуеть. 12 человек. Если так посчитать, мы намного больше народу, получается, развезли. Ну все, лишний вес пошел. Но у меня там чуть-чуть есть в запасе. Я думаю, 12 человек еще хватит. Что, как-то прям... этот... И сколько до этого играл, никогда он мне не писал, что он голодный у меня. Спокойно. Так, последняя миссия. Ух ты. Тут сразу 5. Так, я думаю, 1. Я думаю, 2. Я думаю, 3. Потом. Я думаю, 1. Я думаю, 2. Я думаю, 3. Потом 1, 2, 3. 1, 2, 3. Куда отсюда начнем? Блять, главное ментов не сбить. Они тут вечно ходят, сука, твари ебаные. Просто ходят вокруг этой больницы, как наяривают по кругу. Так и хотят, чтобы я их просто сбил, сука. Черти-то, а. Спокойно, деваха. Я с тобой вернусь. Столбики не сбиваем. Это последний уровень. Блять, минуты полторы. Очень мало. С дороги ушли все. Ладно, тут если сейчас времени нормально наберем, то все хорошо будет. Садись быстрей. Карта. Теперь надо как-то вот сюда доехать или куда? Блять, я хуй знает, как сюда доехать. С такими-то путями, блять. Ебанутыми. Минута 45. Мало, мало. Где-то там этот овощ-то тусуется. Ой, блядь, это опять вот это место ебаное. Надеюсь, успеем, пацаны. Вот ты, сука, конина! Давай, залезай, курица. Сейчас тут напрямую съедем. Хорошо, 45 секунд. Так, где здесь? Где-то на этой территории. Вижу. Быстрей, быстрей, быстрей. Чувак, чувак, запрыгивай. Красава! Так, машины переполнены. Это нормальная тема. Блять. Понастроит, сука, дайте лестницу. Ага. Минута 57. Очень мало времени. Можно сейчас все проебать. Но мы этого делать, конечно, не будем. Мы с вами красавцы. Лишний вес уходит, пиздец. Надо было больше жрать.
У нас все будет хорошо. Нам сейчас еще времени дадут за то, что мы довезли. Время есть, время есть. Все нормально. Дай время. 40 секунд, хорошо. Так, значит. Следующий, как мы хотели. Блять, вот тут еще, сука, пес какой-то сидит, тварь. Ладно, давайте вот этого, потом вот этого, потом вот этого, да? Потом тут как-то троих и там троих. Все вылезли, все вылезли. Так, 3 минуты у нас, это хорошо. Когда я вижу 3 минуты, меня прям чуть-чуть это успокаивает это значение. Назад садись. Спокойно, карта. Тут без карты, блядь, вообще никуда. Так, значит. Извините. Тачка. Тачка нормально. А, лишний вес уходит, как здраво. Ничего, ничего, ничего. Блядь, не туда, куда-то проехал. Где здесь, не понимаю. Ты ебанутый, что ли? Ты нахуй сюда заехал-то? Зашла от курицы. Пиздец. Охуеть. Спокойно, карта. Бля, я сейчас сусь нажать на какую-нибудь кнопку, что он у меня из тачки вылезет. Это будет такой мега-фейл. Я бы сказал, мега-фейлище. На 12-й этой миссии просто взять и выйти. Взять, блядь, и выйти. По делам нахуй мне надо. Посрать хочу. Ай, лишний вес. Все, кончился лишний вес. Почти. Там, наверное, еще на одну эту хватит. Добавлялочку. Сейчас здоровье пойдет убывать. Тихо, ментяра, ментяра. Не падай мне под колеса, тварь. Не порть миссию мне, сволочь. Сволочь, скотина. Уже больше часа, сука, все это, всем этим делом занимаемся. Реально, я думал, таксист будет дольше. Мне казалось, что таксиста... Там потому что 50 народу, 50 человек, а тут всего лишь 12. Я думал, тот квест мы будем гораздо дольше выполнять, чем этот. А нет, видите как. Ты, блядь, придурки, сука. Все, лишний вес кончился. Судя по всему. Так, эскейп-карта, хорошо. А, осталось сколько? 6 человек, правильно? Никого же я тут не забыл. Да, осталось 6 человек. То есть, 1, 2, 3. Раз, два, три, елочка, гори. Вот ты, блядь, менты, твари. Так и крутится здесь, а? Навык водителя. Ну, навык водителя мы неплохо прокачали на всех этих миссиях, конечно же. Потому что, ну, правильно, сколько мы едем без перерыва здесь. Час катаемся, не останавливаясь. Естественно, навык водителя прокачается. Охуеть, чувак, ты ебанутый! Как мне к нему заезжать? Чё за бред? Чё за хуйня? Я, блядь, не заеду туда! Пиздец ты, мудень! Ебать, подстава! Спокойно! Ха-ха-ха!
Охуеть! Вы видали такую эту? Такого говномеса. Ты в рот ебать. Ты бы еще, сука, на крышу залез, придурочный. Хорошо, у меня время было. Чуть-чуть в запасе я накопил. Это ж пиздец мог случиться сейчас полный. Ну тварь, ну тварь. Не, ну... Разработчикам не следовало включать ту зону в область доставки, так сказать. Могли бы как-то по-другому, что ли, я не знаю, там. Все это организовать. Чтоб я, блядь, в такие места-то ебанутые не заезжал. А если бы меня не проехал, я думаю, блядь, по этой лесенке там не проедет нихуя у меня тачка. Там как так все сделано, что... Нифига непонятно. Я думал, не получится. Я надеюсь, блядь, последних трех никаких подстав не наблюдается. С последними тремя пациентами, я имею в виду. Ебать, игра! Игра прям этот, хочет меня подставить на каком-нибудь говне в последнюю минуту. А если бы у меня время заканчивалось? Если бы я не успевал, блядь. Да шуй заедешь. Саживайтесь, ублюдки. Тихо. Так, ну все, там трешка, в принципе, они все рядом. Думаю, метку можно не ставить, хотя стоило бы на самом деле. Не, в пизду я поставлю. Метка рядом, метка рядом. Нам надо четкое понимание. Не сходим. Придерживаемся тактики, так сказать. С самого начала я придерживался какой-то тактики. И все было нормально. Сейчас нет, стоит от нее отступать. Так, 45 секунд. Ага, следующее. Ну тут прям сказка. Вот здесь, конечно, где-то трое. Ой, этих больных здесь прям рядышком. Все, последний, сука. Ой, я думал, не сел. Думал, сейчас его давить начну. Но я не хотел. Прикиньте, задавил бы пациента, и это был бы просто... Это все, это ж фейл. Это до свидания. Я не знаю, тут бывает, что не повезет. То есть, я помню, в Vice City я тоже давил пациентов как-то. Ну, когда вот это задание выполнял. Вот, они бывают встают. А бывает, что один раз так переедешь, и все, они помирают моментально. И это до свидания. И бах, ХПшки сколько стало! Видали? Так, все, ебать, пацаны. С этим делом мы закончили, с этим делом мы разобрались. Давайте вот сюда я пожрать доеду. И вот тут дом куплю. Дом куплю вот здесь. И там с вами сохранимся. Ну мы красавцы, смотрите, мы даже тачку не разъебали особо. То есть сколько у нас? Сейчас 10 ушло по времени на эту миссию. Не так много, я бы сказал. Ну и немало. Теперь я уже могу вот так вот делать. Теперь мне уже как-то пофигу на эту скорую. Надо пожрать, во-первых, лишний вес себе набрать. Да? Дополнительный. А во-вторых, ну здоровье надо полностью теперь сделать. Теперь хотя бы на миссиях, на остальных полегче будет. Надо было, конечно, вот эти все задания, я все время их как-то выполняю, чуть ли не под конец всей GTA-шки, но я не знаю, просто как-то в начале не особо хочется, что ли. Смотри-ка, еще не полностью. Так, ну думаю, вот столько достаточно. Чуть-чуть я опять лишнего веса набрал.
Блять, да на самом деле. Не, давайте еще пожрем. Он как-то быстро уходит. И если сейчас еще миссию полет... Ну, я сейчас, наверное... Хотя не знаю. Как-то прям быстро сжирается. Еще порции 3 куплю. Раз. Два. Три. Так, все, съебалось. Кстати, 100 тысяч, по-моему, подняли на всех этих миссиях. И это неплохо. Так, почем у нас тут? Ну, не так много, конечно. Как хотелось бы. Ну да ладно. Так, где тут ближайшая хата? Я какой вот эту хату? Ну давайте вот эту купим, без разницы, в принципе. Я думаю, денег на любую мне тут хватит уже. Чувак. Дай хоть музяку послушаю, придурок. Да, монетизация сейчас только что ушла. Выключен. Ах, не буду себе выключать монетизацию на ролике, а то мы все равно ничего не слушали. Из-за одной песни сбивать ее себе. Вот так нормально. 30 тысяч, серьезно? Вот так вот, на. Изи, ёпте. Хаву покупил, сука. За 30... О, с гаражом. За 30 кусков. Так, давайте сохранюсь я вот сюда. Да, сохранение успешно. Ладно, ребят, давайте будем заканчивать на этом. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик ВКонтакте, добавляйтесь друзья. Увидимся с вами в следующей серии. Всем до встречи. Всем пока.